Товарищеские матчи дворовых команд прошли в городе Кубинка-10 в день юбилея создания первой местной футбольной команды. Встречи прошли в мини-футбольном зале МБУ «Центр развития детей «Истина». В завершении игры все ребята были отмечены грамотами. Для ребят из Кубинки-10 футбол является одним из самых любимых и массовых видов спорта. Именно игра в команде сплачивает ребят, учит их доверять друг другу, быть меткими, выносливыми, отметила помощник депутата Мособлдумы от «Единой России» Ларисы Лазутиной Лариса Белоусова, которая посетила мероприятие в рамках партийного проекта «Одинцовская спортивная семья».